И мы с вами говорили, если мы делаем и лицо, и глаза, то вначале мы делаем глазки. Да? Закрывайте мы хорошо. Даже если осталось, вот это не страшно, если предпил остался. Это гель для глаз. Мы предпил сделали, с салфеткой сняли гель для глаз. Пилинг у нас для глаз требует нейтрализации, поэтому кто-то стоит и мнет мне нейтрализатор очень активно. Видите, гель нанесли. Вообще пит? Начинаем, да. Терпимо? Угу. Сейчас будет нейтрализатор тогда будет. Время экспозиции? Отлично. Ну, на вашей практике, вот если вдруг такие круги темные. Нет, да, это не показание. Убрать темные круги, это надо поменять образ жизни, отношение к себе. И голову покатать. Ну и заполнить орбиту. Готовы? Угу. Слышите? Угу. Шипит? Да. Угу. Да. Вот я слышала. Нет. Все. Приводите салфетки дальше в активное состояние. В общем, пока нам не сидит на... Видите, уже там. Второй как раз уже готов, да?